славянском городе Почертек завершился женский чемпионат Европы по волейболу. Стоит отметить, что он был не совсем обычным. Участницы отбивали мяч сидя, поскольку имеют проблемы с опорно-двигательным аппаратом. За победу боролись 8 команд, среди них была и сборная Украины, в составе которой 7 днепропетровчанок. Наши землячки показали хорошую игру и заняли первое место. Теперь они будут представлять Украину на Паралимпийских играх, которые пройдут в Рио-де-Жанейро в 2016 году.